находимся в здании мэрии, где на банкет в честь вручения Нобелевской премии собрались видные гости, в том числе члены королевской семьи. На Нобелевском банкете были слышны выстрелы. Жертв пятеро, может и больше. Патрик, есть ли новости от Бенсона? Не берет трубку. Видели что-нибудь? Я только выполняю свою работу. В редакции ждут моего отчета. Слушай сюда, сучка. Говори, что видела. Рассказывай, что там? Мне запретили говорить. Я бессилен. Аника не может писать. Жареным пахнет. Думаешь, убийство заказал кто-то из Нобелевского комитета? Мне нужно, чтобы ты взялась за это на все 100%. Глава Нобелевского комитета – один из самых влиятельных людей в науке. Завещание Нобеля запрещено нарушать, и тем не менее, его нарушают регулярно. Как вам не стыдно? Может, поужинаем? Это плохая идея, я замужем. Вернее, я живу кое с кем. Ясно. В ЦРУ ее называют котенок. Ее глаза. Ваше описание – наша главная зацепка. Вы теперь ключевой свидетель. Окажется в списке номинантов. Последнее завещание Нобеля.